Время пришло. Работники Уренгойского городского хозяйства уже приступили к высадке цветов на городских клумбах. Начать работу озеленители смогли только на этой неделе. Ждали благоприятной и устойчивой погоды. Пришлось ли по душе новоуренгойцам цветочное оформление газонов, расскажет Виктория Воронецкая. Вот так, бесцеремонно и почти по-хозяйски они ходят по газону прямо перед городской администрацией. И никакого наказания. Топтание травы и издержки профессии работников Уренгойского городского хозяйства. Но вскоре они приведут поляну в должный вид. С самого утра началась подготовка площадки под высадку цветов. Техника уже в стороне, отдыхает от кропотливого труда. А вот людям еще предстоит попотеть. Фронт работы обширный. Впрочем, через несколько месяцев озеленители сюда вернутся. Мы потом ее осенью поздно выбираем. Горшки срезаем, зиму они отдыхают, и где-то в начале месяца марта мы начинаем их, ставим тепло, и увидите, сейчас результат они все цветут. Динар Султанов 2 недели назад пополнил ряды озеленителей. Говорит, работа несложная, но ответственная, ведь плоды, а в этом случае цветы труда, видны всем жителям города. Почему вы любите свою работу? Ну, потому что нравится. Цветы же приятно сажать. А что в этом приятного? Они красивые, пахнут приятно. Герань цинерария бархатцы. Ежегодные гости на этих клумбах. Пестрый цветочный ковер виден издалека. Буйство красок так необходимо жителям города, в котором большую часть года главенствуют снег и морозы. Специально иногда я сюда прихожу, чтобы погулять здесь и увидеть вот эти все цветы. Не так уж много красивых таких мест у нас в городе. Очень бы хотела, чтобы было побольше их. Немаловажная и очень кропотливая работа, я считаю. Достойного уважения. Вышел с работы, хмурое настроение, там погода не радует, посмотрел на цветы, совсем по-другому ощущаешься. Цветочная мозаика приобретет завершенный вид только через несколько часов. Но жители города уже спешат полюбоваться на результат проделанной работы. Молодые мамы с детьми прогуливаются вдоль пестрой поляны. Сегодня такая вот красота, даже вот моя дочка вот радуется, не нарадуется, так как у нас тем более север. Радовались, что одуванчики появились, а теперь вот... Герани хотя бы. Для севера это очень важная работа, мне кажется. Они ни из чего делают в такую вот красоту для нас, для обыкновенных мам, пап, бабушек. Нам нравится. На одном квадратном метре такой земли высаживают несколько десятков цветов. Всего же на городских полянах их планируют высадить 127 тысяч. Виктория Воронецкая, Юрий Зенов, служба новостей «Импульс».